Низ стены в ванной комнате одной из четырех квартир дома номер 77 по улице Пушкина обвалился в четверг утром. Началось еще вчера, доски падают с той стороны, со стороны соседской квартиры начали падать дощечки, что крепится там. Вот. Мы кое-как все-таки легли спать, я боялась всю ночь, что может что-то случиться. У соседей щитовой в ванной комнате, которая смежной с той, что обвалилась, все в порядке. Насколько это возможно, конечно же, в доме, построенном в 17 году прошлого века. Я поменяла вот пластик, потому что невозможно, как же так? Вот, я поменяла на пластиковые трубы. Но мы все три квартиры, потому что невозможно так жить. Дом нуждается в ремонте. Спорить с этим не стали и чиновники. И уже внесли его в перечень домов, которые в следующем году получат ремонт за бюджетные деньги. Ситуация на Пушкина 77 осложняется тем, что квартира, где произошло ЧП, не муниципальная. Хотя оставить людей без помощи коммунальщики тоже не могли. Прежде всего, необходимо было установить водоснабжение в доме. Данная задача на сейчас управляющей компании выполнена. Но то, что касается состояния стены, ну, этот вопрос у нас рассматривается. Каким образом нам помочь хозяйке данной квартиры? Проблема, прежде всего, в том, что это жилье не муниципальное, а приватизированное. Соответственно, использовать на данной цели средства бюджета города мы просто не имеем права. Но пути выхода из ситуации ищутся. Да. Наталья Васильева, Анжелика Барвинок. Новости Димитровграда.